Первая больница, в ней развернуто 80 койко-мест. Планируем открыть еще 20 койко-мест для больных с ковидом. Ситуация достаточно сложная, но какие выводы из сегодняшней встречи с медицинским персоналом, с врачами, с руководителями отделений первой больницы? О том, что просьба вакцинироваться. По статистике всего лишь 3%. 3% людей из заболевших, 3% те, кто вакцинирован. 97% это люди не вакцинированы. В тяжелой форме переносят эту болезнь. Мест, ну я не знаю, сколько еще должно быть мест для того, чтобы вместить всех, кто сегодня в них нуждается. В городе сегодня существует 1103 койко-места под ковид мы выделили. И все они заполняются. Заполняются, причем открываем 100 койко-мест, открыли больницу, ровно двое суток она полностью заполнена. Поэтому не болейте, а мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить всех одесситов. И делаем все возможное. Но нам, уважаемые одесситы, надо вакцинироваться.